Добрый день всем! Сегодня мы с Сашей второй раз ходили со скандинавскими палочками. Я вчера выкладывала ролик, показывала, как мы ходили первый раз. Прежде чем идти, я читала, изучала в интернете технику, смотрела ролики. И вчера в ответ на свои записанные ролики получила комментарии о том, что я хожу неправильно. Многие считают, что скандинавской ходьбой можно заниматься с лыжными палочками. Мы сейчас видели, женщина шла нам навстречу, у нее лыжные палочки вот на такой высоте, и она ставит их перед собой. То есть идет вот таким образом. Если вы не хотите вот это место свое разработать, если не хотите, чтобы эти мышцы участвовали, то, конечно, можно и вот так идти. Можно высоко руку поднимать, да, но какой смысл? Что с палочками вы будете идти, что без палочек, разницы не будет абсолютно никакой. Высота палочек подбирается по формуле. Рост умножить на 0,66. У меня рост 168 сантиметров умножили на 0,66. И получилась длина моих палочек 111 сантиметров. Они вот такие коротенькие, как будто детские лыжные палки. Когда мы идем, длина палки, вот такая коротенькая палочка, она не дает поставить палку вперед, потому что это будет бессмысленно. И при ходьбе с палками наконечник ставится у пятки. Вот видите, и поднимается только на 45 градусов. При ходьбе с палочками рука должна быть прямая, чтобы нагрузка была не на локоть. Ну вот смотрите, неправильно иду. Ой, я даже не могу неправильно пойти. Ну вот так, да? Вот. Это неправильно. И получается, что ты идешь как робот. Тогда напряжение вот здесь вот. А если мы палку будем заносить немного дальше вперед, ставить, то получается, что шаг должен быть очень большой. То есть, если рука выше, палка дальше, да, шаг должен быть больше, чтобы рука еще и откинулась назад на 45 градусов, она еще и назад должна откидываться. Вообще в идеале должно быть так: рука на 45 градусов вперед, на 45 градусов назад. А напрягаются другие мышцы, напрягаются сильнее. Тяжело, когда вот рука назад уходит, напрягается вот эта часть. Почему не подходят лыжные палочки? Вот у специальных палочек есть крепление. Видите, как держится на специальном ремешке. Поэтому при ходьбе мы палки в кулак не сжимаем. Кулак не напрягается, нагрузки вот на этот сустав нет. Рука двигается спокойно. И при откидывании руки назад ее можно даже отпустить. Когда мы идем, движение палочек не должно в стороны разлетаться, не должно сзади собираться в треугольник. Палки идут как по рельсам, ровненько. Вот так. Ну, может быть, у меня сейчас и уходит, надо тренироваться. То есть палки должны идти ровно, не заходя далеко вперед, не поднимая руки высоко. 45 градусов вперед, 45 градусов назад. Вот это будет замечательно.